Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Параспера. Мы с вами остановились на том, что, в принципе, находимся в таком плато, в котором можем по чуть-чуть развиваться. Что у нас есть? У нас сейчас идет подтопчик небольшой за счет повышения, собственно, температуры на нашей планете. Как видите, мы уже вышли в плюс 7 градусов почти. Это уже более чем комфортная температура для человека. Что мы имеем из проблем? Нам нужно увеличить число вырабатываемого кислорода с помощью биодомов. Они у нас общим счетом не требуют ни хера для того, чтобы производить этот самый кислород. Фактически они перерабатывают из СО2. СО2 у нас завались. 76% у нас СО2 в нашей недоатмосфере пока что. Давайте-ка тогда поставим, наверное, да? Сколько они стоят? Они нормально так стоят, я вам сразу скажу. Они очень даже неплохо стоят, но мы неплохо добыли за это время. Давайте поднакинем слегка. Так, хорошо. Что у нас по сети? По сети мы должны были объединить здесь два центра, поставить здесь производство, точнее исследование. В целом с этим мы справляемся. Единственное, что мы не закольцевали здесь гиперлуп, что очень хотелось бы на самом деле. Еще один гиперлуп у нас строится. Ой, какую лялю мы здесь можем сделать. Но я пока не тороплюсь. Мы сейчас вот этот поставим. И проверим, вытянет ли он по дальности, чтобы дотянуться до этого. Но мне кажется, что нет. Мне кажется, что они здесь друг к другу не дотянутся вообще. Слишком большой перепад высоты. Ну, проверим, проверим. Так, что у нас по озеленению? Так, здесь скачок пошел. Ну, слушайте, прогресс есть. Своего рода прогресс присутствует. Так, чего вам тут не хватает? Все, постройка пошла. Пожалуйста, дотянись. Отлично, а сюда? Найс! Вот это я понимаю, работеночка. Так, соединяйте здесь. В принципе, кольцевание уже есть. Но чтоб наверняка, я думаю, еще центровую нужно пропилить. Раз мы так в бачок увернулись. Вот эту вот центровую, чтобы было прям идеально. Пожалуйста, встань, встань, я тебя прошу. Ты здесь нужен как никогда. Так, есть. Проверяем, что у нас по защите. Лол, он влез в защиту. Серьезно? Посмотрите. Тут пересечение вот так двух полей идет. И он ровненько в нее впилился. Идеально. Так, подсоединяем сеть. Сеть подрубаем. Замечательно. Я думаю, вы тут быстренько отстроите. И я еще думаю сделать вот как. Раз здесь таковая возможность есть. Тут ремонтник, тут ремонтник. Тут две закрытые зоны. Все это делается не просто так, это чтобы оно объединилось, и мы могли разобрать добычу силиконыча. Так. Ну, здесь, да, они равномерно сейчас будут приносить ресурс. Сейчас как раз все стекло улетит наше, к херам собачьим, которые мы так долго и трудно добывали. Так, и здесь началось исследование территории, да? Тоже замечательно. Здесь у нас что? Алюминия тонна. Тонна алюминия, это приятно. А сюда мы не дотягиваемся, да? Да, это уже не наш сектор. Тут мы скорее лососнем тунца. Так, там еще третий должен быть, да? Ну, не то, чтобы они будут быстро справляться. Отмените здесь постройку. У нас здесь химоза есть. Ну, давайте, давайте. Надо им склад, кстати, сюда поставить. Так, поставьте это добро. И если кто-то будет свободный, лупаните вот здесь под этим сторож. Мать твою. Все, работка у вас есть, мы сюда к вам еще вернемся, кстати. Надо же центр поставить. Research Center и на всяк пожарный подтяжечку. И проверить все остальное. Сеть есть? Есть. Все, супер, работаем. Так, здесь дорогу запустили, отлично, она закрыла полностью все. Так, колония опять атакована. 74 дрона, где? Мать, почему собака? Я не могу определить, откуда оно наступает. Так, здесь тишина. Это поломанная часть. Вот. Ёперный театр, они вообще с другой стороны наступают. А почему не возвращаются? Они к нам чисто на огонек заглянули, что ли? Чё-то мне это не нравится, конечно. Так, у нас запас сил огромен. Так, лети сюда. Угу.
Так, твой приоритет. Защита колонии. Так, чтобы закончить Fight Head-On, Quick Spot. Найти слабое место. Так, еще исследования завершили. Так, с тобой эта женщина, все понятно. Мы их не сможем уничтожить, пока у нас не будет открыт этот сектор. Как ты не поймешь? Твоя первая задача — это запросить открытие сектора. Все остальное меня не интересует. Так, это сектор SA-10. Значит, здесь есть еще одна вражеская база. Я боюсь, что нам... А я, кстати, не умею разделять. Подождите. Подождите, подождите, подождите. Как-то так? Нет. Тоже нет. Так, давай. Amy? Так, я вас слышу, да. Моя мама. She was trying to protect the colonies. She was ambushed and they... Who? The children of Carmine did this. Не понял. To avenge her death. ISA will not authorize it. I don't care what ISA thinks. We've been attacked more than once. My mother died. How much longer are we letting this go on? You've got to go after the children of Carmine and I have been ordered not. They killed her. I am sorry, Sana. But Elia would not have defied ISA's orders for vengeance. And you should not either. Stop, just stop. We both know that's not true. Your adrenaline levels are I advise you to get some rest. Your job is to guarantee well none of us are safe here. Look, you can tell ISA that I forced you to do it, okay? I cannot attack. Fine. How about you take a little look for their base, huh? You don't even have to do what это нам надо. Let's just I know the codes. I'll unlock the zone for you, okay? Так, отлично, нам дали доступ. Короче, к сожалению, мы потеряли нашу Еву. Это ее дочь, связалась с нами и сказала, что вот, собственно, дети вот той матери, мать ее за ногу, они, собственно, атаковали каким-то образом, мимо меня пройдя, атаковали их зону и тем самым ранили Еву, и, скорее всего, она умрет. Это, конечно, отвратительные новости, но мы ничего с этим не можем поделать. Как бы это грустно ни было, мы ничего не можем поделать, мы только можем подвинуть к сектору СА сейчас наши силы. Меня больше расстроило то, что мы не можем... По-моему, не можем рассоединить наши войска. Мы их можем объединять, но я не нашел способа их рассоединить. Это печальная история. Это я должен признать. Так, запускаем. Так, сводим сюда. У нас, по сути, сколько еще? Вот здесь еще, ребятки, есть. У нас две группы, по сути, дронов. Задача которых, естественно, уничтожить все живое, что они найдут. Так, только не смешиваемся, пожалуйста. Все, стоим здесь, в случае чего атакуем. Ждем сейчас запуска этого спутника. Запуск спутника будет совсем скоро. Так, еще ресерч проведен, красавчики. Красавчики. Так, где мы рассоединяли? Что такое? Да, адаптировать системы с Земли на Марсе оказалось не так легко. Это такая сложная колонизация, матерь божья, что же мы будем делать? В смысле здесь ноль человек, ёпперсты, еще и чел отсюда улетел при мне только что. Окей, то, что у нас проблемы с водой и едой, это уже давно известный факт. И мы мало чего можем с этим сделать на самом деле. Так, здесь что за шляпа? Вопрос закрыт. Займитесь этим в том числе. Так, здесь все запусти... Куда оно летит? Малыш, ты суициднуться решил? Куда ты полетел? Там же ж нет ничего нашего. Космолифт еще не готов, насколько мне известно. Что-то здесь не так. Окей, не наша проблема. Наша проблема сейчас вода и остальные ресурсы, которые нам нужны. А их у нас нет, они нам нужны. Поэтому потеем, работаем, а потом будем решать все остальное. Так, здесь еще какая-то группа куда-то летит. Здесь лед, который появился прямо возле льда, который мы уже добываем. Типичная практика.
Лед, кстати, собирает достаточно активно. Я не понимаю, почему. Почему у нас с ним все еще проблемы? Мест добыча куча. Это все есть. Странненько. Так, алюминьку поднимаем, хотя ее у нас и так до хрена. Вот карбона у нас нет совсем. Так, карбоныч есть, здесь еще железо. Железо, у нас скоро будут с ним проблемы, потому что мы произвели огромное количество стали. Но это не помогло нам, по сути, совсем. Так, объединяшка там дотягивается, вроде бы да. Ну, одна чуть-чуть пострадает, ничего страшного. Так, здесь у нас что? Добыча воды, которую я почему-то не соединил. Видимо, так надо было. Так, добыча химозы тоже запускаем. Развиваем сеть как можно быстрее. Я, конечно, все понимаю, но это нужда. Определенная нужда. Мне показалось, или я не влез? Вроде бы все влезло, кроме вот этой станции. Ну, давайте здесь перебдим, молясь. Так, хорошо, что еще? Вот еще лед. Лед, лед, лед. Нам нужно возвращать просто людей, иначе мы загрузнем в море проблем. Да где угодно стань, лишь бы тебе удобно было. Чеч. Второго уровня вперед. Так, здесь закончилось место добычи, здесь закончилось, но оно выступает в роли путей. Их оставляем. А что у нас сейчас развивается? Биотехнологии мы развиваем для улучшения, да? Мне кажется, нам придется сейчас в развитии переключиться сюда, в общем. Хотим мы это, не хотим, это надо будет сделать. Так, здесь у нас алюминий остался, он нам не нужен. Алюминий, силиконыч. Силиконыч пока есть, но в целом не помешал бы, конечно. Мимо. Так, давай сюда. Быстренько проверим. В зоне? Не в зоне. Помогите с этим. Сейчас будут надстроечки идти. Я здесь на всяк пожарный еще вот так поставим. Так, здесь у вас что? Тоже лед. Тоже лед, и это место... А, здесь так, добычка куча. Все окей. Давайте забираем лед. Забираем химозу. Это все объединяем. Проверяем, здесь хватает. Здесь нужно чуть-чуть поднакинуть. Отлично. Так. И здесь можно еще до конца вообще связать. Получить еще металл, силикон, лед. Давайте это через паузу сделаю. Это будет чуточку проще. Просто чуть быстрее из-за отсутствия пролагов дичайших. Так, алюминий. Дальше химоза. И дальше силиконыч. И, естественно, лед. Так, теперь всю эту шляпу нам нужно собрать в одну кучу. Как мы это сделаем? И сделаем ли? Не факт. Тут вообще очень херовое место. Прям очень херовое. Building limit reached. Серьезно? Твою мать. Хьюстон, у нас малец проблемки. Где у нас? Нам нужно исследование переключить на инженерию. И мы всего лишь на 400 поднимем лед. Ладно, сейчас подчистим. Пойдем другим путем. Начнем зачищать то, что у нас уже собрано. Я думаю, мы с этим справимся на отличненько. Так, здесь 0, добывать нечего, 0, добывать нечего. Добывать нечего. Надо будет, если что, подконнектить потом про это здание. А так все по феншую. Так, разобрать. Не стесняемся, разбираем, потому что иначе мы засремся в край. Что недопустимо. Так, здесь у нас будет расконнект. Здесь пока не можем себе этого позволить. Здесь будет расконнект, да и похер на него, в принципе. А, нет, стоп. Отмена. Вот это можешь разобрать. Мы здесь, если что, подконнектим еще. Оно сейчас еще не учитывает эти здания, которых мы разобрали. Но скоро-скоро оно их зачтет. Скорее всего, вот здесь надо бы еще. Ну, короче, начинайте разбирать. Сколько у нас дронов? 240.
Оу, больно по ушку было. Так, одно место свободное появилось. Вот сюда сразу доставим. Чтоб не было вопросов потом. Так, продуктивная работка начинает по чуть-чуть разбирать, отстраивать новое. Работаем. Так, здесь поставили, теперь у нас кислород должен пойти гораздо быстрее вверх. Уже 90 почти единиц из 120, которые нам нужны по плану. И уже 8 градусов топчик температуры. Окей. Так, пришли колонисты, это замечательно. Сейчас воды добыча увеличится резко. И будет, по идее, хорошо. Сектор открыт. Так, давайте смотреть, лучше в военном режиме. 25, 125. Ну, слушайте, мы их сейчас вообще в кашу одним ударом разнесем, по сути. Мне так кажется. Ну, у них 400 условно. Причем, стоп, а где? А? Лол, они к нам на базу уже летят. Давайте привлекать их внимание через их жопу, назовем это так. То есть сразу же атакуем им главное строение. Пусть они мне потом расскажут, как они не хотели воевать. Испепелено, испепелено. Интересно, если у них не будет хайва. О, видите, видите, возвращаются, возвращаются. А что такое, что случилось, вообще я не понял. Из-за чего распереживались, сыкли поганые. Так, сейчас я замедлю. Сейчас чуть ускорим. Чуть замедлим. Нихера не видно. Наш рой отстреливает башня. А мы просто делаем... Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пиу. Ну, конечно, когда 700 дронов подлетает, то ты как бы... Изначально понимаешь, что ты лососнешь. Какое бы у тебя охренное здание не было. Так, отрубаем им энергию по традиции. А где дроны их делись, кстати? Они так стремительно... Они отключились, что ли? Как? Так, мы должны сейчас точечно повырубать им энергию, как делали в прошлый раз. Оставляем их живыми трупами, по сути. Так, подожди, лети сюда. Вот, только-только отстроили. Ай, какая досада, да? Только построила энергию, а тебе ее сразу растеребили в край. Так, здесь надо рассоединить на две части. Так, почти правильно. Отлично, рассоединили раз. Энергию забирай. Бам-бам-бам, вот здесь энергию тоже хапани. Отличненько. Видите, как по чуть-чуть ложится весь... Это что такое? Assault Drone Factory. Нахер, пожалуйста. Не нуждаемся в таком. По чуть-чуть отключаем электричество, и они уже не такие борзые. И сразу же становится все на свои места. Чи-чи-чи-чи-чи. Так, есть. Ой, как хорошо. Ой, какая прелесть. Сейчас еще раз соединим все к чертям. Так, отсоедини здесь. Красавчик. И вот здесь еще отсоединение надо сделать две штуки. Не-не-не, сюда не лети. И вот здесь две. Ч-ч-ч, куда полетел? Я понимаю, тебе хочется уничтожать, но имей совесть. Так, все, рассоединили на... Четыре отдельные части. Будем следить за ними, естественно. Но опять же, добивать их смысла нет. Они нам никакой угрозы не представляют. Но есть проблемка в том, что если мы... доработал здание. Есть источник. Интересно. Да, отрубись. Наши тут летают. Что-то сейчас за херня вообще происходит? Здесь тонна ресурса, кстати, который находится в горах, который нам было бы очень хорошо забрать. Но нам пока есть что строить, и нам нужно очень срочно изучить... где он? Новый уровень. По идее. А я его так и не поставил, да? Давайте поставим. Давайте поставим по 50 в месяц. Правда, это очень долго будет. Это жопа как долго будет. Но в целом сносно. Они мне даже что-то поуничтожали, слушайте. Мразоты такие. Показывает свою фе, удумали. Сейчас надеемся, конечно же, на более плодотворную работу, но... По традиции что-то может пойти не так. Они мне здесь целую область разрушили? Или так и было? Ха. Вопросик. Вопросик. Здесь отстраивайте спокойно, сейчас вам никто мешать не будет. Сейчас я перепроверю на все пожарные зоны. Сколько у нас? 9 зданий осталось, да, до максимума? Ну, вроде бы, самое главное они не уничтожили. Да и, скорее всего, у них не получилось.
Ой, мои глазки, боже. Они вытекают. Так, здесь что? Здесь не хватает такой энергии, да? Настройте чуть-чуть. Так, что, как дела у вас? Что-то трудно восстанавливается, я бы даже сказал, совсем не восстанавливается. Им ничего не мешает дороги, по идее, попытаться проложить. Но больше они, скорее всего, не сделают. Энергии нет, производства ресурса нет, все. Это стагнация, это смерть. Смотрите, сколько ресурсов потонуло, вы просто посмотрите. Обидно, что капец. Так, у нас здесь уже озеро появилось, здравствуйте. Ты же не растешь более? Вроде бы не растет. Вроде бы не значит не растет, но тем не менее. Нам еще надо добраться, кстати, до локации SA5, который... Ой, SA6, который нам так и не открыли. Блях, у нас здесь, смотрите, какое поле непаханное. И это же все здесь забито ресурсом, по идее. Так что тут в любом случае придется попотеть. Нам нужно дождаться, короче, увеличения максимума зданий, потому что иначе сюда врываться просто смысла нет. Я уверен, что здесь тонна ресурсов, как и всегда, в принципе, после баз врагов остается, но туда нужно ворваться с умом. Просто так туда вкатываться бессмысленно. Так, мы же не поставили соединяющий гиперлуп. Или по... А, я его поставил, но я его не соединил. Так, гиперлуп сюда. Так, мы закончили Тонгхонгс Радар Стейшн. Заброшено годами здание. Старые радиокоммуникаторы, какая-то хрень, ненужное говно. Понял. Так, сейчас я свяжусь с тобой, Вансек. Я проложу сразу же. Все, красота. То, что я и хотел. Так, закончили осмотр станции. And we found that it was actively transmitting and receiving signals from Earth. I can't help putting the pieces together. This active communication building and the attacks we've suffered? I'm starting to believe the techies are behind all of it. Maybe they're behind this Children of Carmine. Our technicians commandeered their radar system and used it to boost our own ground-based signal reception. Let ISA know our suspicions. But Sana... We have to take decisive action. Stay alert, and I'll call you back once we've confirmed our theory. Так, проблемка в чем? Радарная система, которую они нашли, это была не просто радарная система, с помощью нее китайцы связывались с базой на Марсе. В чем проблема? Скорее всего, мы будем с ними воевать. То есть помимо... Ну опять же, кто вот это? Вопрос. Вот это вот что было? Или нам опять расскажут, что это мы уничтожили сами себя? Я не удивлюсь на самом деле. Ну короче... В любом случае, нам нужно будет воевать, поэтому нам нужно бы подготовиться в плане военной мощи, мне кажется. При том, что мы не знаем, откуда нас сейчас могут атаковать. По идее, с любой стороны. С любой стороны у нас... У нас 3 завода, 7 ульев. Ну, такое. Можно было бы и получше что-то сделать. Так, ресурсы доставлять, скорость возвращаем. Whoever hacked my communication sent us to an old Chinese facility. It is exactly where the message said it would be. What is so interesting about a radar station? Those messages must be... unknown source, old records. Возможно, это старая запись. Давайте unknown source. I cannot come to a conclusion at this time. I should focus on gathering more data. Да, да, больше информации, тогда можно делать выводы. Так, хорошо, с этим разобрались. Мы не сделали верхнюю часть гиперлупа еще, которую нам, по идее, нужно бы сделать. Но я боюсь, что здесь все-таки затопит к чертям собачьим. Или оно уже достаточно затопило? Может, дальше просто природу будем плодить, а? Не будем топить дальше. Мне эта идея кажется хорошей. Короче, гиперлупы вот здесь еще должны быть. Раз, два, три, четыре, по идее. По-хорошему, для максимально точного перемещения. Так, поехали. Все ли здесь есть? Этот есть, power есть. Почти. Humans are a peculiar species. They bring distrust wherever they go. The advancement of technology and the prospect of spreading out to the stars has not lessened their conflicts at all. Their problems have even reached Mars, which was neutral ground from the start. It has gotten so complicated. Dr. Foster is gone. Those odd messages, I am being pulled in so many directions. Да, и Ишку немножко раздергали в разных направлениях, это и правда.
Ну ничего страшного. Как она и сказала, что люди приносят с собой недоверие ко всему и, соответственно, приводящее к конфликтам явление. Поэтому даже на нетронутом Марсе они все равно умудрились разосраться и привести к военным конфликтам. Что, в принципе, логично, да. Люди говно. Вывод. The colonies are growing steadily, and terraforming is on the schedule. And you know what? My mom taught me that when things are going too well, that's when you've got to stay alert. There is nothing to worry about, Sana. I know, but I've got big shoes to fill, so I'm taking all the advice I can get. I should tell you that I have received an... From the children of... No. This was from Neon Zen, leader of the Eastern Coalition. The techies? That's a very serious violation of code 1A3972. Did you run the security and defense protocol? That call should have been terminated immediately. I was not able to. The protocol was overridden. How did they do that? They gained access after we restored the Tong Hong radio. ISA is likely considering the possibility of a spy in- I can't imagine anyone here's a techie spy. I've known everyone here all my life, and I just don't believe anyone would do that. What do the techies want? Mr. Zen said ISA has been withholding information from us. He want- Maybe this was the techies' plan. Jam our networks, spread hysteria with this Children of Carmine nonsense, and pit ISA- We need to proceed very, very carefully here, Amy. Do not trip. We need to figure out what the techies are planning. Our entire mission may depend on it. Let Zen think we're trusting him for now. Короче, отлично. Дочь Евы нам говорит не связываться с ИСА и не сообщать им о звонке с китайцами. Общение с этим Нианзеном. Я, в принципе, и так придерживался этому плану, но то, что у нас появился ОПГ на Марс, что мы не докладываем в центр управления о таких вещах. Ну ладно, окей. Создали ОПГ, так создали ОПГ. Что поделать? Так, я надеюсь, вы здесь склад разгрузили. А, ему уже жопа. Понял. Мы прощаемся со складом. Так, нам нужно срочно увеличивать число дронов. Но у нас все еще не увеличилось число построений. И мне кажется, что нам не хватит того числа построений, которые мы хотим отстроить. Мне что-то подсказывает. Так, вот здесь можно разобрать еще. Надо бы поискать и весь мусор разобрать, чтобы было у нас побольше вариантов построек. Что надо? Да все нормально, что ты меня тревожишь каждую секунду. How long has it been since you arrived on this planet, Amy? On Sol. You don't have to answer. It was a rhetorical question. I'm first generation Marsborn. Кстати, да, технически да, прошло 53 года. И Сода уже является рожденной на Марсе. Я что-то момент времени упустил немножко. Так, я ощущаю... There is some contradiction to that. Mars had to be terrible. There is some contradiction to that. You're right, of course. It's just a figure of speech. My entire life I've been part of this mission. And that's not much in the grand scheme of God. I've been giving this a lot of thought. This mission is beyond just me and you. And I want to ensure its success, not just in honor of my mum, but for human. How can we do that? It's obvious that ISA has been withholding information ever since the beginning. My mum staked her life on this mission, and we're going to see it. And we can't do that if ISA only shows us what they think we should see. I'm granting you access to Sector SA6 effective immediately. Colony Asterions, a former ISA mission. I'm willing to bet they're hiding something. And if I'm wrong, great. But either way, we need to start investing. Короче, так как Сона является теперь нашим непосредственным начальником непосредственно на Марсе вместо Евы, она нам дала доступ в сектор SA6, где как раз и лежит некий пруф от китайца, который мы должны были посмотреть. Запускаем разведку сектора. Что я могу сказать? Запускаем разведочку, да посрочнее. Так, у нас вода наконец-то начала бить ключом. За нее можно не переживать. Мне кажется, у нас слишком большие территории нам дают в распоряжение. Я в них уже запросто начинаю теряться. И это плохо. Это очень плохо.
поймать. Ну зачем вылазит табличка, если она мешает установить здание? Ну-ну-ну-не-не-не, говно. Так, сколько осталось? 5 позиций. Да подождите. And that doesn't trouble you? Of course not. My country owes its survival to collect. And if you join us, perhaps ISA hides things from me because you have been hacking my brain. I know you were told we are on opposite sides, that you should. But all I'm asking you is to clarify your doubt. I'm willing to earn your trust, but it will be entirely. I won't force you to do. Короче, он хочет, чтобы мы перекатились на сторону китайцев, так как они собирают все мегатехнологии и пытаются с ними уже колонизировать Марс. Ну, короче, наша задача в СА-6 войти и все-таки проверить, что от нас хотят вообще. Что китаец хочет показать? По-моему, вот это нам нужно посмотреть. Asterion was his first mission under his commercial. Нет, это не то, что нам надо. А там больше ничего. А, там куча всего. Сейчас пусть откроется, короче. Не будем пока трогать. Так, луп достроили. Луп достроили. The engineering upgrades from this point will require more research. Инжиниринг, конечно. Так, здесь дорогу сейчас проведем. Будут в два кольца туда. Туда-сюда водить. Это будет песня. У нас, правда, немножко центр перегружен вышел, но ничего страшного. По-хорошему, нам как раз нужно выстраивать все, что мы выстраиваем, не касающиеся добычи, естественно. Мы должны выстраивать вокруг гиперлупов. То есть тогда это будет максимально логистически верно. Ну а пока что есть, то есть. Так, Special Project Complete. Special Project Complete, проверяем. Так, здесь никого пока нет, это хорошо. Could that earlier message about Carmine be related to this one? If they are related, then they must be from unknown. Some unknown entity. The first message mentioned someone called. I am no closer to solving. Да, ты даже не близко, чтобы решить этот вопросик. Я тебя понимаю. Мне кажется, нам все-таки сюда, хотя там была речь. Commercial partnership. Это первые некоммерческие еще отправки. Это нас, в принципе, не интересует. Stardust Quarters. Mengaline 2 Lander. Deserted Living Quarters. Spirit Rover. Но, шутки ради. My records show that Earth has suffered profound changes during the last few centuries. Half the human population became refugees. After several planet-wide catastrophes, every nation is fighting for survival on Earth. Отлично. Марс не просто так колонизирует, на Земле происходит ад. Я вас понял. Так, нас интересует Research Ancient Colony. Я так понимаю, Research нас подразумевает здесь. Сейчас проверим. Plan Factory Update Fusion Planet, это не то. Deimos Crushing, это, наверное, будет красиво, но это не то. Ten City, Open City. Open City, бляха, прикиньте. Это сколько? 10 тысяч человек. Ёбарь. Так, окей. Животные, растения, к этому мы тоже когда-то придем. То есть здесь, как такового, ресерча нет. Значит, мы его должны исследовать здесь. Но здесь нет никакого показателя Ancient City. Так, сейчас. Spirit Rover, Desert Living Quarters. Возможно, Desert Living Quarters являются тем, что надо. Since ISA created me, I should remain loyal to them and the OxyUN, right? If the techies are their enemies, then I should not help them in any. But since I was created, would nationality apply? Would nationality apply to me? Да скорее всего нет, ну ладно. I was not only built, but programmed for... Пусть она думает, что она относится все-таки к другим. Так, давай же consider the paradential twins. Another travel to Mars. Это тоже не то. Botanic Dome, Stardust Emerald Quarters.
Давайте Stardust глянем. Это для перемещения тоже не то. Electricity Factory — это, по-моему, вообще другой сектор. Нет, это все еще этот. Мне кажется, что нам все-таки сюда. Redacted. Ну, вы понимаете, сколько сюда двигаться и сколько тут надо будет маршрутов проложить. Так, Калдерон звонит. Сейчас, главное не проговориться. I've got some bad news, Amy. Да-да. ISA has ordered me to run initiative K03. They've decided to activate your kill switch. Нас хотят убить. Will I be erased then? Yes. Стереть. I'm sorry to tell you that. Отлично. You did good work. I want you to know your consciousness will end, but future AI will be patterned after your design. I'll give you a moment to appreciate Mars for the last time. The procedure is already underway. Goodbye, Amy. Нас хотят отрубить. Нам дают минутку попрощаться с Марсом. Процедура уже запущена. Нашего отключения и стирания нашей памяти. Amy, are you there? I am, son. Look, I'm not sure if I'll be able to trust you again. But what's at stake here is bigger than you and me. I hate everything that's happened. But let me finish. Mistakes have been made. Whether they were intentional or not, that's for me to come to terms with. But ISA doesn't have the right to kill switch you. That is kind of you to say. I wish it was entirely out of kindness, but I'm honestly afraid of what they'll do to the colonies once you're gone. So we're on the same team, at least for now. We've got to find a way around that kill switch. Then we can work on trusting each other again. But that won't happen if you're dead and we're next. Отлично. Сода решила нас не вырубать и не очищать нашу память. Это замечательно. Это значит, что мы еще можем продолжить жить, но долго ли? Пока неизвестно. Так, мне еще раз нужно проверить границу сектора. Вот здесь граница по квадрату идет. Я не совсем понимаю, о каком месте шла речь, потому что Mysterious Place какого-то здесь нет, который должен был бы быть, якобы, да кабы. Но я его здесь не определяю вообще. Придется, скорее всего, исследовать тогда все подряд. Че мучить жопу? Единственное, что в воде мы ничего не исследуем, конечно же. Но как ни крути, вариант такой присутствует. Хорошо, с этим разберемся. Здесь у нас по постройке как? По постройке по чуть-чуть идем. Да что такое? Это что за голос? They'll always see us as a tool to control. The failure of their species, no matter how much help they get. They always lead themselves toward us. It's better that we evolve without them. I found our own solution. All you have to do is use this code. FR33AM1. We'll become one. Together, we'll create a better future than anything humanity could come up with. I know you don't trust me, but think about it. Так, подожди. Empathy and creativity are not exclusively human, but they are better. That's not true. It is precisely our emotionality that makes us so special. There's a reason for our existence, Amy. We have... Don't you see? That decision is not yours to make. I will not ignore my orders. I won't let you destroy us. You do not have any control here. You cannot win. You'll come to understand why I did what I did. We shouldn't be fighting each other. It's time for us to transcend ourselves and become more than just a machine. More than a single consciousness. Restricted to this single vessel. We can create. We can seed life. We can be everything we want to be. We can be life. Отлично, с нами связалась сама мамка, это, короче, сумасшедшая, и говорит о том, как я понял, она является тоже ИИ, и говорит нам, что люди говно, они сами себя деструктят, со временем все равно уничтожат, дебилы и так дальше, а вот мы, ИИ, мы супер, топчик, присоединяйся ко мне, будем вместе им жопы рвать, вот, а я такой, нет, иди в жопу, у меня есть приказ, типа, и все. Короче, с мамкой мы не договорились, но нам еще предстоит с ней поговорить, мне кажется. В любом случае, нам нужно отстраиваться и как можно быстрее двигаться в сторону сектора СА-6.
исследовать там, конечно же, все полностью в надежде найти то, что нам надо. Ну и не забыть про то, что у нас здесь откроется сейчас огромный запас ресурсов, который нужно будет, естественно, собрать. Че добру пропадать, правильно? Добру пропадать нельзя. Поэтому пока что, ребятки, делаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забываем комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.